Друзья, привет! Сегодня у меня два события. Первое – запекаю говяжью ногу. Второе – испытываю свой новый девайс – земляной тандыр. Нога будет мариноваться двадцать четыре часа. Завтра топлю тандыр и буду готовить всю ночь. Друзья, мясо провело в яме часов 15. Уже нужно смотреть, что же там получилось. Друзья, всем приятного аппетита, а мне пора кормить гостей. Всем пока-пока.